Научно-производственный центр ревитализации здоровья представляет урок красоты «Пептиды. Эликсир молодости». Пептиды – революционный ингредиент в косметологии будущего, который способен не только сохранить красоту, но и повернуть время вспять. Уникальность пептидов в том, что они свободно проходят через роговой слой в дерму до уровня живых клеток и капилляров. Косметологи также считают, что с помощью правильно подобранных пептидов можно влиять на живые клетки. То есть, выражаясь медицинским языком, пептиды обладают регуляторными свойствами. Например, пептиды способны на 40% продлевать жизнь клетки, могут прекрасно увлажнять и подтягивать кожу, делать ее шелковистой, улучшать тон, очищать и отшелушивать, стимулировать рост и деление новых клеток, уменьшать глубину и количество морщин. Уникальная пептидная клеточная косметика серии Revealine – продукт высоких технологий ученых Санкт-Петербурга. Косметика для уроков красоты предоставлена научно-производственным центром ревитализации здоровья. Татьяна Валерьевна Филинская знает продукцию компании научно-производственного центра ревитализации здоровья не понаслышке и любезно согласилась поучаствовать в уроках красоты в качестве модели. Моя подруга очень страстно рассказала про эту компанию, привела меня в нее, и мне очень понравилось и сотрудники, руководители компании, и, соответственно, продукция этой компании. Произошло это где-то 3 года назад. Больше всего мне, конечно, понравился эндолутен, это вот для эпифиза мозга. Особенно хочу подчеркнуть вот мезотели вот для тела, для лица и шеи, для кожи головы, потому что действительно очень эффективно работает и действительно правильно называется наружной мезотерапией. Очень люблю чаи аюрведические, особенно идеальная фигура. Я надеюсь, что компания дальше будет развиваться и прогрессировать, чтобы люди следили за своим здоровьем, чтобы проводили профилактику здоровья, не болели и не потребляли, конечно, синтетические лекарства и не умирали слишком рано. Каждой женщине хочется быть обаятельной и очаровательной, но не каждая знает, как этого добиться. Секретами красоты нас знакомит врач-косметолог клиники предиктивной медицины «Древо жизни» Кахановская Елена Олеговна. Очищение кожи производим по направлению массажных линий для того, чтобы препятствовать ненужному растяжению кожи. Очищение лба производим от середины лба к вискам, далее от носа к ушкам. Такими движениями мы улучшаем лимфоотток в коже, стимулируя процессы кровообращения и метаболизма. Шею к заушным лимфоузлам от центра шеи в сторону и кверху, в зону декольте, от середины к плечевому поясу. Первый шаг в уходе за кожей лица – это нанесение крема на область вокруг глаз. Используем для этого крем Revealine, интенсивный, с пептидными биорегуляторами натурального происхождения. Выдавливаем и одним пальчиком закрываем глазки, одним пальчиком такими вталкивающими движениями наносим на область вокруг глаз, исключая попадание в глаза. Кожа в области вокруг глаз очень нежная, подвержена быстрому растягиванию, поэтому мы не растягиваем, а втаптываем. Крем Revealine для век способствует лифтинг-эффекту, увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщинки вокруг глаз, улучшает текстуру и клеточное питание кожи. В этой же серии имеется крем-гель Revealine для кожи вокруг глаз от отеков и темных кругов, также с натуральными пептидами. Для кожи лица мы используем крем Revealine для сверхчувствительной кожи с натуральными пептидными биорегуляторами. Выдавливаем небольшое количество крема, слегка растираем для более равномерного нанесения и начинаем с нанесения на область лба. Можно начать нанесение крема с легких надавливающих движений, чтобы сначала нанести по всей поверхности кожи лица, а затем легкими поверхностными плывущими движениями от центра лба к височкам, равномерно распределяем, не надавливаем так, чтобы не растягивать кожу, от носа к ушкам, от подбородка снова к ушкам, по массажным линиям,
Если мы проводим нанесение крема по массажным линиям, тем самым мы и препятствуем ненужному растяжению кожи и проводим легкий лимфодренаж по шее, от центра шеи в стороны и кверху, к заушным лимфоузлам, не растягивая кожу. Не забываем уделять внимание коже лица и коже зоны декольте, потому что эти области являются тоже лицом женщины и всегда должны иметь ухоженный вид. Эти зоны также подвержены агрессивному влиянию окружающей среды, как и кожа лица, поэтому не забываем об уходе за ними. Зона декольте также от центра и наверх. Можно завершить нанесение крема легкими поколачиваниями от центра в стороны. Крем Revealine замедляет процессы старения, уменьшает степень аллергизации кожи и чувствительность к различным раздражающим факторам, снимает воспаление и раздражение, повышает защитные свойства кожи на длительный срок. В этой же серии Revealine имеются крема для лица против морщин, для лица с проблемной кожей, крем против сосудистых сеточек и звездочек на коже лица. Все перечисленные косметологические средства содержат в своем составе натуральные пептиды. Питание кожи рук мы используем крем Revealine для рук питательный с натуральными пептидными биорегуляторами. Небольшое количество крема наносим на кожу рук массирующими движениями до полного впитывания. Крем Revealine питательный для рук эффективно увлажняет и улучшает текстуру кожи, обладает лифтинг-эффектом, защищает от инсоляции и холода. Высокие каблуки, зачастую не очень удобная обувь – все это приводит к жуткой усталости ног. Для ухода рекомендуем крем Revealine для ног, защищающий от трещин и натоптышей с натуральными пептидами. Небольшое количество крема нанести на чистую кожу ног, стоп и втереть массирующими движениями до полного впитывания. Крем Revealine для ног улучшает микроциркуляцию, трофику кожи, стимулирует регенерацию клеток, способствует заживлению трещин, предотвращает образование натоптышей, смягчает сухую, грубую кожу пяток и стоп. Центр ревитализации здоровья предлагает и декоративную косметику. Чтобы ваши ресницы были крепкими и пушистыми, им необходимо уделять особое внимание. Тушь Peptide Lashes обеспечивает ровное, тщательное покрытие ресниц. Пептиды, входящие в ее состав, позволяют не только сделать ваши глаза выразительными, но и ухаживают, питают ваши ресницы. В завершение нанесем на губы бальзам блеск Peptide Lips. Это средство разглаживает, регенерирует, увлажняет кожу губ, замедляет процессы старения, защищает от ультрафиолетовых лучей. Ученые и косметологи, работающие с пептидами, говорят, что с помощью этих маленьких веществ скоро можно будет не просто замедлить старение, но и повернуть время вспять. Эксперименты с животными показывают, что правильно подобранные пептиды заставляют организм омолаживать и лечить себя.